Это в городе они соцработники, строители, бизнесмены, домохозяйки. А здесь, на водоеме, спортсмены, любители и профессионалы. Всех этих людей объединяет одно – страсть. И имя ей – рыбалка. Но не обычная, а на фидер. В рыбалке я совсем новичок, буквально, особенно в фидерной ловле. Месяца 8. Третий год. Первый раз здесь. Рыбак со стажем 50 лет. Давно очень рыбачу. В таком мероприятии первый раз. Дальше больше будем смотреть, пробовать. Фидер – специальная рыболовная снасть. Ловля с ее помощью заключается в том, чтобы спортсмену за установленное время в заданном секторе при минимальном количестве забросов удилища необходимо выловить максимальное количество рыбы. В Приморье этот вид спортивной рыбалки только набирает обороты. Соревнование в рамках «Фидерфест» проходит уже во второй раз на Кононенковском водохранилище Черниговского района. Фидерная ловля темповая, невероятно азартная. Одним из главных факторов поимки рыбы служит ее привлечение и удержание на месте ловли. В ход идет сухая прикормка, которую рыбаки загружают в кормушку-клетку. Живая наживка и всевозможные дипы – специальные ароматизаторы, которые наносят непосредственно на наживку или добавляют в сухой корм. А дальше все зависит не только от везения, но и от знания водоема и скорости подбора именно того ключика, который обеспечит стабильную поклевку. Вчера ловилось совсем плохо. Сегодня как бы немножко успешнее рыбалка проходит. Даже пришлось сычком пользоваться. Одна мелочевка. Стараемся, пробуем. Ну, результат хоть маленький, но есть. Всегда, наверное, в 90% ты поймаешь свою рыбу. Целью организаторов турнира была не только популяризация современного вида ловли рыбы на фидер, но и передача опыта от более подготовленных рыболовов – новичкам и любителям. Контингент людей разный, возраст людей разный. Мне кажется, это женское дело. А когда еще призовое место какое-нибудь займешь, так вообще? Это такие чувства непередаваемые. Радость. Соревнования проходили в два этапа – на вечерний и утренний клев. Секторы и участки заранее определили путем жеребьевки, что уравнивало шансы как любителей, так и профессионалов. Подсчет результатов ведут баллами по зонам в соответствии с правилами рыболовного спорта, в зависимости от веса пойманной рыбы. Поскольку фидер считается одним из щадящих видов ловли, его популяризация напрямую связана с бережным отношением к природе и биологическим ресурсам. Вся пойманная рыба была отпущена в водоем. Вообще я не азартный человек, но поклевку люблю. Все настроены дружески, друг друга помогают, подсказывают. Вот это само движение, как бы, да, поймал, отпустил. То есть бережно относиться к природе, к рыбе. Все отпускают ее, правильно. Чтоб не только мы рыбачили, наши дети тоже. Надо заниматься тем, что тебе самое главное нравится. Нужно объединяться. По итогам соревнований лидерами стали среди новичков Сергей Мальцев, взяв почти 5 килограммов. В личном зачете Эдуард Бобров, чей улов составил 6 килограммов 200 граммов. Победителями в командном зачете стала команда «Дружбаны», капитан Марина Фадеева. Общий вес пойманной рыбы составил 15 килограммов. В номинации «Биг Фиш» победителем стал Илья Мартынов и его трофей весом в 570 граммов. Организаторы пообещали, что соревнования будут иметь постоянную основу. И уже в ближайшее время всех любителей фидерной ловли ждет новый «Фидерфест». Евгений Черемухин, Леда Землякова, новости на восьмом.